Здравствуйте, дорогие мои друзья и гости канала. Я рада вас приветствовать в студии Олиш Арт. Этот канал создан специально для творческих людей, для того, чтобы мы могли вместе собираться, творить какие-нибудь рукодельные шедевры, и маленькие шедеврики, и большие шедевры, у кого какой потенциал, у кого какие наработки, кто на каком уровне развития находится. Это все только вопрос времени, времени вашего присутствия в творческом потоке. Я приглашаю вас к себе на канал, пребывать вместе со мной в этом творческом потоке, открывать все новые и новые грани творчества, рукоделия и самого себя. Мне всегда нравилось сделать что-то грандиозное, мне это интересно. Если рисовать, то рисовать на стенах, на огромных стенах. Если уж делать войлок, то попробовать его все возможности, все прямо, чтобы ощутить, что ты владеешь этим видом творчества, что ты превращаешь это уже в искусство, ты это осваиваешь, ты живешь в этой энергии, любишь это, ты просто уже свой там в этой стихии. Войлока, она особенная, она очень богатая.
очень богатая. Я, когда открыла для себя войлок, я просто почувствовала себя на какой-то порядок выше. Выше всего, что я раньше знала. А я знала достаточно много видов творчества, я соприкасалась и осваивала виды рукоделия, но войлок для меня пока что еще занимает какую-то особую нишу, особую ступень. И я в нем еще продолжаю узнавать, открывать. Мне пока что здесь очень интересно, я пока что здесь остаюсь и приглашаю также и вас погрузиться в эту стихию войлока, открывать его эти грани, хотя как можно сказать грани про такой мягкий, такой податливый, такой пластичный материал. Лучше, наверное, назвать стихию, хотя в мягкости тоже есть свои грани. Они просто более мягкие, они просто более тонкие, они плавные, они более гармоничные, поэтому их трудно очень заметить. Но когда вы входите в эту сказочную какую-то волшебную стихию, тебе трудно уже различить грани этого цвета. Они перетекают одна в другую, они смешиваются, как радуга. И тогда мы учимся уже вот в этой плавности находить какие-то акценты. Мы учимся быть видимыми уже в каком-то гармоничном, незаметном пребывании. Мы будем звучать акцентом, потому что мы со временем привыкаем видеть эту красоту. Мы отбираем для себя то, что нам нравится, и откладываем в какую-то, назовем это, копилку, но эта копилка — это мы сами. И мы потом становимся богаче и богаче, мы заполняемся. Мы собираем этот букет, состоящий из этих вот всех красок, вкусов, запахов, оттенков. Мы становимся всем этим, и другого такого нет. Потому что повторить это невозможно. И вот такой же вид творчества, войлок, все, что он впитывает в себя, все, что мы туда добавляем, как творцы, он это все вбирает в себя, преломляет каким-то образом, проходя через все вот эти вот этапы, и потом выдает такой вариант, которых раньше не было. Вот он такой, этот войлок, я его просто обожаю. Я не попробовала все, он такой вкусный, он такой интересный, и хочется попробовать абсолютно все, что можно из него сделать, но для этого нужно очень много времени, и я собираюсь это сделать. Это действительно, ну, такая красота, неповторимая красота. И я, конечно же, очень рада всем друзьям, которые пришли ко мне на канал, потому что они примерно такого качества, как я, как войлок, богатые. Они богатые душой. Их богатство души ни с чем нельзя перепутать. Понимаете? Человек творческий от человека нетворческого отличается очень сильно. Творческий человек может отличить, нетворческий не может отличить.
в этом и состоит различие, понимаете, творческого человека и нетворческого. Здесь мы развиваем вот эту способность быть творческим, мы увеличиваем пространство, как гигабайты, понимаете, мы увеличиваем наше творческое пространство, мы его расширяем, мы эту мышцу, как будто творческую нашу какую-то способность разрабатываем, мы становимся сильнее и сильнее в понимании красоты, в ощущении, и в тактильных, и в визуальных, и в звуковых. Ну, буквально все-все-все развивается одновременно.